Новый светофор установили на проспекте Гагарина. В эксплуатацию его введут после проведения полного комплекса дорожных работ, нанесения разметки, строительства пешеходных путей, срезания части дорожных ограждений. Установили новый светофор по программе «Безопасные качественные дороги». Место было выбрано не случайно, оно признано очагом аварийности. Только за прошлый год на этом перекрестке произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. Все наезды на пешеходов. К сожалению, в одном ДТП пешеход погиб. Я думаю, что данные инженерные мероприятия улучшат дорожно-транспортную ситуацию в данном месте. До 1 сентября мы все включим, согласно контракту.